Директор территориального лесничества и, как выяснили чекисты, любитель превышать должностные полномочия. Сергей Дружинин получил несколько лет лишения свободы. Этот уважаемый человек, по версии следствия, закрывал глаза на отсутствие документации при вырубке леса на подведомственной территории. Являясь директором территориального лесничества, дал заведомо незаконное разрешение руководителю коммерческой организации на производство работ по обустройству грунтовой дороги, строительству моста через реку Сава и оборудованию противопожарного водоема, в том числе связанных с незаконной рубкой деревьев, повреждением почвы. Пограбительство главного лесника района выражалось в особом распоряжении своим подчиненным не препятствовать проведению незаконных работ. Таким образом, в результате противоправной деятельности арендатора осуществлена незаконная рубка древесины на сумму более 160 тысяч рублей, а также порча почвы лесного фонда на сумму около 54 миллионов рублей. Отблагодарил ли за это Дружинина бизнесмен, неизвестно. В деле нет фактов взяток, но добавилась статья за незаконное хранение 10 патронов для револьвера, которые чекисты нашли в ходе обыска в доме руководителя лесничества. Свою вину Дружинин не признал ни при задержании, ни в суде, но Фемида сочла представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Экс-депутата и теперь уже бывшего директора лесничества лишили свободы на 3 года и 1 месяц, которую он будет отбывать условно, если решение вступит в законную силу. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».